В Актау состоялся Кубок Республики Казахстан по пляжному волейболу. В соревновании участвовали 6 команд, включая женские и мужские сборные из Алматы и Актау. Победу одержала команда «Каспи». Это одни из сильнейших игроков, члены сборной Казахстана по пляжному волейболу. Генеральным спонсором игры выступила компания K7 Group. У нас приехала из Алматинской области, город Талгар, из Талдыкурганской области, город Жетысу, город Алмата, мужская и женская команда, и наша команда, Мангистауская область, команда «Каспи». Хотим поблагодарить компанию «К7 Групп» за оказанную поддержку. В данный период пляжный волейбол в стране сталкивается с трудностями. В частности, нет госфинансирования. С недавних пор стало известно и о том, что единственный в стране соответствующий международным стандартам спортивный комплекс в Актау не принадлежит волейбольному клубу. Именно поэтому, чтобы не дать этому виду спорта исчезнуть, строительная компания K7 Group поддержала спортсменов. У нас все-таки больше футбол, единоборство. Про волейбол как будто бы забыли, да? И вот с той точки зрения, то, что волейбол должен быть, мы решили просмонсировать. Вообще, компании в этом году наши 10 лет, нам исполнилось в марте. И у нас в рамках целый год мы будем говорить, что нам 10 лет. И мы решили не отмечать так круто, ресторан, звезд. Мы решили этот бюджет выделить и поэтапно разделять на спортивные мероприятия нашего города и помогать спорту Мангистауской области. Руководство клуба, они стараются и стремятся создать условия для игроков, для тренеров, насколько это возможно. И в этом году я когда увидела, что у них появился спонсор, это огромная благодарность, что нашлись такие люди, которые решили поддержать. То, что вы подарили 25 комплектов формы для мальчиков, для девочек, понимаете, это команда, эти команды, они теперь будут, у них дизайн красивый. Они смотрятся эффектно, понимаете? Поэтому это престиж нашего казахстанского пляжного волейбола. Финальное соревнование между Актауским «Каспием» и Алматинским «Буревестником» прошло относительно напряженно. По итогам соревнования победителем стала команда «Каспи», сформированная из членов сборной Казахстана по пляжному волейболу. Был тяжелый, второй день был тяжелый, третий день тяжелый. Финальная игра. Приехали к нам латинские ребята с команды «Буревестник», тоже члены сборной Казахстана. Что сказать по поводу финала? Достойная игра была. Первую партию могли выигрывать 2-0. Но за счет своих технических каких-то ошибок мы, к сожалению, проиграли. Мы вовремя собрались и вытянули, так сказать, на характер. Ну еще спасибо, конечно, болельщикам нашим. Поддержка, сами знаете, была дома играешь, и мы другие. Отдельно поблагодарить хочется спонсоров «К7 Групп». Пляжный волейбол в Казахстане продолжит существование благодаря таким усилиям, а также обеспечит интересные матчи и турниры в будущем. Таким образом, в трехдневном кубке страны победу одержали актаусцы. Теперь на пляже Каспи пройдут матчи очередного тура чемпионата Казахстана, а победители смогут успешно выступить на первенстве страны.